15 марта в детском саду номер 33 «Юбилейный» стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса «Лучший воспитатель-2023». В нем принимают участие педагоги дошкольных образовательных учреждений города. Лучший из лучших по итогам конкурса будет представлять Каспийск на республиканском уровне. Я думаю, что все три дня будут полезны для всех, полны эмоций, полны новых впечатлений. И надеемся, что в пятницу мы действительно выберем самого достойного. На мероприятии присутствовали начальник управления образования Лариса Абрамова, заведующие детскими садами, воспитатели и методисты. Началось торжественное открытие с гимна России и Дагестана, после чего гостям и жюри продемонстрировали трогательное видео о роли воспитателя в жизни ребенка. Ведущие поприветствовали присутствующих и объявили конкурс открытым. После вступительной речи воспитанники детского сада номер 33 подарили творческие номера, которые никого не оставили равнодушным. Через несколько мгновений на сцену вышли и участники конкурса «Воспитатели». В этом году в муниципальном этапе принимает участие 5 конкурсанток. Атикат Алиева из детского сада номер 3, Зарема Магомедова сад номер 5, Кульсият Амаева детский сад номер 12, Румиян Шаивова сад номер 14 и Загидат Магомедова из сада номер 25. В первый день участия девушкам предстоит продемонстрировать творческую презентацию. 16 марта участники покажут свое педагогическое мастерство и занятия в группах. А в заключительный финальный день, 17 марта, они пройдут конкурсные испытания, мастерская педагога и педагогические дебаты. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, новости, телеканал «Среда».